Откуда пахнет дымом? Сегодня ночью в некоторых районах города ощущался запах гари. Как рассказали в ноябрьском лесничестве, этот неприятный и знакомый горожанам с прошлого года аромат принес в Ноябрьск ветер соседнего Ханты-Мансийского автономного округа. Там уже довольно сильно горят леса. Тем временем в 15 километрах от города у автодороги, которая ведет к пограничному месторождению, тоже зафиксировано возгорание. Эти кадры сегодня снял наш телеоператор. Недалеко от поселка Мечта горит около 5 гектаров леса. Территория эта также относится к ХМАУ. И, как уверяют спасатели и лесничие, ни для города, ни для дачников возгорание никакой опасности не представляет. Пожар пока еще не ликвидирован, но уже локализован. В целом же на территории Ноябрьского лесничества на данный момент зафиксирован только один очаг возгорания. Его обнаружили сегодня во время профилактического облета территории. Огонь полыхает в районе реки Пякупур, в 60 километрах от Ноябрьска, в сторону Муравленко. Горит примерно 20 гектаров леса. Сегодня туда вылетели две группы десантников-пожарных Ноябрьского поисково-спасательного отряда. Кстати, со вчерашнего дня в нашем Пуровском районе введен особый противопожарный режим. А это значит, что теперь, к примеру, на берегу озера Светло жарить шашлыки нельзя. Иначе придется заплатить штраф 3000 рублей.